На 150% подорожали продукты в Саратовской области. Об этом заявляет региональная прокуратура. По информации ведомства, к росту цен привел запрет на ввоз в Россию ряда товаров. Заметно подорожало мясо, крупы, яйца, молоко, сыр и овощи. На некоторые виды товаров стоимость повысилась на 150%. Представители прокуратуры проводят проверки роста цен в рамках поручения, которое дал генпрокурор Юрий Чайка. Рейд по саратовским магазинам с представителями ведомства смотрите в ближайшем выпуске новостной программы.